Привет всем! Сегодня первый день съемок. Сегодня первый день съемок клипа Whatever. И это будет супер клип. Сегодня мы снимаем сцену с огнем. Ты готов быть демоном? Да. Правильно спрашиваешь вопрос, Алексей. Вы готовы, что вас сожгут сейчас? Да, я к этому всегда готов. Всю жизнь к этому шел, и вот настал тот день, когда меня будут сжигать. И кто-то там еще ездит. А пусть ездит. У вас есть баллоник. Отлично. Это начальник службы охраны съемочной площадки. Натуре. Алексей. То есть я пролил, куда смотреть там, я даже не помню. Я не вижу. Пролил бензин на ногу себе. Да-да-да. Ха-ха-ха, да? Мы для пущей этой... Ты можешь волосы смочить слегка, то ли? Не, бензинчиком для экстрима. Бичуган. Да. Да, быстрей. Блядь, чем поджигать-то? Спички я кому-то отдал. Все, Ирина, готова? Так, фонарем, сведи на него, фонарем сведи. Все? Почему не идет? Квейк какой-то вот. Дайте отдышаться. Да не получится, Лёх. Работает. Даже в разрушителях мифов они разрушили этот миф. Бензин не загорается, сигареты. Он прямой скрыт, только может сгореть. О, какая жарко-то, ребята. Ё-моё, не сгори, уходи отсюда. Короче, приутихни, запрыгивай. Посмотри, такой красивый, сейчас сюда приедут, ребята. Да? Ну что, залём? Лёша, не ходи тут. Тихо, да, сейчас приутихнет. Блин, так тут дым черный, тебя не видно не будет. Да не, сейчас оно. Оно сейчас приутихнет когда? Слушай, ну красиво. Не, ну вот это классно. Леша, снимай. Я снимаю. Все, давай, прыгай, круто. Значит, вот пацаны-герои, бес, главный бес. Да, сегодня мы закончили первый день, очень устали, время. Сколько? Три. Время 3 ночи, мы выехали из дома в 9:30. Завтра предстоит второй день съемка со стульным дьяволом. Большое спасибо Евгении, которая старалась в поте лица и в гриме рук. Oh,
Сегодня очень занятой день. Мы за последние два дня снимаем третью сцену. Очень устали. Завтра придет последняя. Мы нифига не устали, ничего не надо. Хорошо, мы очень успешные ребята. Сейчас мы будем снимать не меня, а пацика, который будет играть на гитаре. Мне кажется, что я сильнее рот тут открываю, чем на самом деле. Не, нормально. Это, по крайней мере, кто вы? Да, чувак, сейчас у нас. Все, мы уже все. Своя атмосфера. Ну вот. Вот у меня ближе, дальше дело. Короче, посмотришь. Так, Алексей, расскажите нам про магическую скорялку. Что это? Значит, я сначала хочу сказать, выразить отдельное спасибо вот этому товарищу. Спасибо, Лёша! За помощь. Сегодня завершился второй день съемок. Мы сделали просто кучу работы, проделали это. Что-то невообразимое. Мало кто так может. Значит, о магической ускорялке. Мы весь клип снимаем под изначально ускоренный аккомпанемент, ускоренный минус, вернее, плюс. И чтобы потом при монтаже все замедлить, и чтобы все было вот такое, а не вот такое. Более органично. Надеюсь, я внятно объяснил. Типа того, чуть-чуть только по... Да, как-то она у них потуже обычно. Она порвется. Да? Она мягко. Ирина, расскажите нам что-нибудь, пожалуйста. Сейчас я настраиваю картинку, чтобы она была не темной. Хорошо. Более детально вообще, что мы тут делаем? А, снимаем сцену с Женей. Женя гламурная женщина, которая ест говно. Ест какую-то. Черви вообще-то не говно. Ну ладно. Черви не воспринимаешь сейчас. Быстро, просто ты орешь. Я не могу так. Вот. Я серьезно держала.